утверждает, что все самые главные песни пишутся людьми до 26 лет. Самому ему 58, и он продолжает писать хорошие песни, находясь даже в таком прекрасном, зрелом возрасте. И это меня обнадеживает. С моста всегда отличный вид, внизу течет река, и берег заболочен, и рыбаки, как муравьи, застывшие в смоле. Неторопливый сухогруз включает фонари, и значит дело к ночи. И низко-низенько летят две ведьмы на метле. Хочешь со мной, иди, только не плачь в дороге, а то костяные боги собьют с пути. Хочешь со мной, готовь питьё из степного чая, и пусть нас ведет отчаяние и любовь. Моста не виден твой район за дымом из трубы, не виден дом с мансардой, где на прозрачных простынях ни складочки, ни шва. И только слышно, как вдали, наверное, в порту взрываются петарды и проплывают подо мной чужие острова. Хочешь со мной, иди, только не плачь в дороге, а то костяные боги собьют с пути. Хочешь со мной, готовь питьё из степного чая, и пусть нас ведет отчаяние и любовь. С моста не вызовешь такси, всегда плохая связь, наверное, сносит ветром, и птица зимняя летит судьбе наперерез. Если я здесь простою, небритый и худой, до самого рассвета, прочистят голос небеса, и мой объявит рис. Хочешь со мной?